DIY. Всем привет! В сегодняшнем мастер-классе будем делать многослойный лепесточек несложный способ. Так, если вам интересно, оставайтесь со мной. Вот лента шириной 4 сантиметра. Можно брать и 5 сантиметров, но я возьму 4. Делаем вот такие лепесточки. Первый лепесток вырезаем по этой линии. Вот так. Теперь опалим. Так, это первый лепесток. Теперь делаем второй. Всего нам нужно сделать 5 лепесточков. Теперь делаем второй. Складываем тоже так же. Теперь смотрите. Вырезаем второй не по линии, а где-то 2 миллиметра. Второй лепесточек, он должен свободно входить в первый. Вот это второй. Делаем третий. Если мы отступали 2 миллиметра на втором лепестке, на третьем мы отступаем где-то 4 миллиметра на глаз уже. Смотрите, вот 2, да, где-то 4 миллиметра отступаем. Так, смотрим, если он входит, если нету, мы чуть-чуть еще отрежем, чуть-чуть совсем. Так, сейчас пробуем. Вот. Вот так входит, да? Так, теперь делаем четвертый лепесток. Четвертый лепесток мы отрежем уже около 7 миллиметров. Смотрите, вот так. Даже сантиметры получается. Отступаем сантиметр и отрезаем. Так, должен это тоже входить сюда. Вот. Четвертый. Теперь делаем пятый. Пятый делаем уже совсем маленький. Отступаем где-то 2 сантиметра уже. Видите? Если у вас есть. Там, например, можно сделать первый лепесток 4 сантиметра, 3, 2,5 и 2, вот так. Если есть такого цвета, вот пятый лепесточек. Вот видите, вот. Теперь будем склеивать.
Так, теперь нам надо вот срезать под углом. Такие лепесточки получаются.